Жилье заложить не получится. Изменения в законодательстве запрещают микрофинансовым организациям давать кредит, обеспеченный квартирой заемщика. Власти обеспокоились этой темой после участившихся случаев мошенничества, когда преступники обманом заставляли подписать договор купли-продажи во время оформления займа. Теперь право брать в залог недвижимость осталось только у коммерческих банков и тех финансовых организаций, которые находятся под контролем Центробанка. Если МФО предлагает выгодный кредит под залог жилья, стоит насторожиться и обратиться в правоохранительные органы. Нормы закона вступят в силу с 1 ноября. Таким образом, закон направлен на предотвращение мошенничества с жильем граждан. Вне закона оказывается деятельность по выдаче ипотечных займов нелегальными кредиторами. Ранее таких запретов для МФО не было. Однако, очень важно знать и понимать, что закон не защитит наших сограждан, которые сами подписали договор купли-продажи квартиры, подсунутые им мошенниками под личиной МФО с другими документами. Поэтому просим внимательно относиться к тому, что вы подписываете и кому обращаетесь за займом.